Здравствуйте, мы приехали в город Симферополь из города Ижевска. Я представляю компанию «Удмуртский хладокомбинат». «Удмуртский хладокомбинат» входит в крупнейший агрохолдинг Уральского региона «Комос-групп». Это предприятие, современное предприятие, представляет собой 14 предприятий переработки и федеральную дистрибьюцию. А «Удмуртский хладокомбинат» и «Пермский хладокомбинат» являются современными предприятиями, которые производят мороженое. В данной линейке мы представляем пломбир 15% жирности. Это мороженое полюбилось потребителям России и Республики Крым. Это мороженое классическое, пломбир ванильный и пломбир шоколадный. В линейке представлены вафельные стаканы, в линейке представлено эскимо, в линейке представлены брикеты. Добрый и честный дизайн, как сказали нам жители Республики Крым. Мы производим мороженое для детей, для самых миленьких, для самых маленьких малышей. Это мороженое торговой марки «Дракоша». Это мороженое сливочное с добавлением натуральных итальянских паст. Если вас заинтересовало наше предложение, обращайтесь. Мы всегда открыты для сотрудничества. Удмуртский хладокомбинат. Предприятие из Удмуртии. Город Ижевск.